Всем привет, с вами Монах Синема. Приятель у меня тут прикупил мини-тракторочек, или, грубо говоря, плуг. Вот так вот он выглядит. Мотоблок. Мотоблок. Вот тут номерочек его есть. О, модель тут даже прописана вся. А мы это тут не фотографировали. Надо будет как-нибудь сфоткать. Вот. Такое вот название. В общем, отсутствует здесь ТНВД. Трос газа, как я понял. Что здесь еще отсутствует? Вот здесь вот одного шпильки, болтика не хватает. Потом, соответственно, аккумулятора, стартера, проводов тут не хватает. Не хватает тут форсунки. И не хватает корпуса воздушного фильтра. Ну и самого фильтра. Вот. И трос газа отсутствует. То есть, как бы, разобрали тачку неплохо так. Съездили с ним. Он тут прикупил кое-какие запчасти. Шланг топливный. Форсунка. ТНВД. Первоначально тут вот фильтр. На шланге одеваются, как они, хомутики. Тросик газа. Сейчас будем пытаться приманьячить. Переходная пластина на корпус воздушного фильтра, но она, к сожалению, почему-то не подходит. Будем ее менять. Комплект прокладок и сам корпус воздушного фильтра. Тоже с ним что-то будем маньячить. Вот. Получится у нас завести или не получится. Вот. Сейчас будем смотреть на это дело. Но я думаю, что все у нас срастется. Итак, погнали. Короче, первый этап сборки начался. И начался он с того, что у нас тут пошло не так, как мы планировали. В общем, ТНВД мы установили. Вот. Оно вроде как бы даже качает солярку. К сожалению, трубочка здесь настолько маленькая, что фильтр топливный, скорее всего, не предусмотрен. Потому что бак вот здесь вот, короче, стоит. И сосочек вот тут вот. В общем, никак ничего нельзя. Вот. Это первая как бы проблема. Вторая проблема это форсунка. Их проблематично, казалось, найти. Вот. Первоначально взяли вот такую. Вот. Она 104. Здесь у нас 7 миллиметров распылитель. Вот. Но когда мы ее поставили, кстати, совет, когда будете ставить форсунку, не прикручивайте ее сверху. Вот. Потому что, как выяснилось, поршень ее выталкивает. И разница в 5 миллиметров. Но по сути, когда я ее замерил, то выяснилось, что никаких не 104, все 105 тут миллиметров. Вот. Соответственно, нужно будет делать здесь проставку не 5 миллиметров, а уже 6 миллиметров. И плюс, скорее всего, будем 2 медные прокладки сюда ставить и одну железную, чтобы стояла повыше. Вот. Дальше. Переходник на воздушный фильтр тоже не подошел. Я вот нашел таких вот два переходника. Вот. Один вот такой, второй вот такой. Мы их будем вместе сваривать и делать крепеж под воздушный фильтр и, соответственно, туда, во входящий коллектор впускной. Вот. Но пока не до этого, нужно запустить двигатель. Будем искать шайбочки и дальше уже расскажу, что к чему. Пока все. Вторая ступень. Поставили форсунку, вернулись к старой форсунке, которая была длинная, которая 105, которая сюда не подходила, ее выталкивала. Поставили несколько медных шайбочек. Вот, одну самую нижнюю подзажали, чтобы они не слетали, и затянули. Так, прокачали систему от воздуха. Дальше что? Обратку поставили. Вот.
прикрутили на место на один болтик бак. Вот. ТНВД, ну, вот с этой трубкой, вон прям трубка должна выходить и прям сюда приходить сразу же. Но мы решили оставить вот такое кольцо для того, чтобы потом вот здесь вот отрезать и сюда вставить хотя бы какой-нибудь маленький фильтр. Вот. Также сняли вот эту всю систему, которая отвечает за подачу топлива. Все эти настроили тросики, вот, отрегулировали. Вот. А, надо сейчас будет вот эту вот штуку откусить, а то она у нас, смотри, тут до земли, она тут лишняя, ее надо сейчас откусить будет, не забыть. Вот. Ну, уже опробовали на самом деле запускать его. Вот. Но сейчас вам покажем, как вообще работает 9 лошадей. Вот. Ну что, погнали, давай заведем его. В ближайшее время попробуем сюда поставить корпус воздушного фильтра. Разберемся только с этой переходной пластиной. Пока непонятно, что к чему. Да. Ну и вот этот тросик. Ну, вот так вот прям смело вообще его руби. Но он такой стальной, поэтому двумя руками его. Одну не перекусишь. Кусачки военные. О, ништячок. Вот. А, и газюльку. Просверлили отверстие и поставили универсальную газюльку. Вот, на болтике. И она у нас теперь вот так вот работает. Хоп, хоп. И, соответственно, там тоже механизм работает. Вот. Пока все. Дальше будем показывать, что дальше сделали с ним. Что получилось, вот, и так далее. Так, вот это у нас будет переходник с воздушного фильтра, с корпуса, а это то, что этот корпус будет прикручиваться к самому двигателю. Вот мы сделали таких два шаблончика, сейчас этот вот из металла вырежем, потом дырочку высверлим. Углы тут сейчас обрежем, подгоним, все как положено. И вот еще одну тоже изготовим. Вот. И дальше уже отсюда пойдет труба. Удлиним ее. Сюда трубу тоже приварим. Удлиним, приварим. В общем, сейчас увидите, что будет получаться. Пока вот так вот. Короче, чухнулись, а у нас нет лобзика, чтобы пропилить отверстие квадратное. Вот. Ну, сейчас засверлимся здесь и уже будем думать, может быть, зубилом там или еще чем-то, и уж потом напильником доведем. Вот. С лобзиком было бы, конечно, попроще, но лобзик, к сожалению, в гараже. В итоге получились у нас вот такие вот две железки просверленные. Сейчас мы зубильцем их прорубим. Вот зубильц уже приготовил, наточил. Вот. И потом напильничком пройдемся. Итак, продолжим. Вырубили мы лишние куски, и сейчас будем обрабатывать их напильником. Поехали. Так, получилась у нас вот такая вот деталюшечка одна. Так, вторая. Вот так мы ее приварили по кругу, и даже внутри там шовчик киданул. Вот. Сейчас мы вот эту трубу приварим сюда, и там будет у нас еще одна. Вот такая интересная деталюшка у нас получилась.
Сейчас мы вырежем на нее прокладочки, и можно уже будет ставить на агрегат и смотреть, что получилось. Ну и заодно вы увидите, как это работает. Вот так вот. В итоге, короче, прикрутили в штатное место, где и должна была стоять эта бандура. Вот. Но сам вот этот фильтр, он выступать должен был здесь. И мы побоялись, что он в чего-то упрется и сломает его. Решили вывести его наверх. В принципе, здесь долезть везде можно. Крышку можно снять и как бы все поменять. Вот. Все получается. Вот. Сейчас будут пробные испытания. Попробуем его в действии. Ну что, Костян? Без той, да? Да, попробуем без той. Военная техника. Конечно, не 41-го года, но все равно. Блять. Как это, МТЗ, бля? Или как, Мустанг? Да, это? 321 лошадь, как в Хаммере. Давай наклейку приделаем сюда. Хаммер. Нет, ниже. Вот форма. А, ну можно туда, ну, да. Чтобы, знаешь, не палиться. Ага. Хаммер в детстве. Не, а можно же переправить, и, допустим, это, мы же в России, да? И можно, чтобы был не форвард, а там хуёрвард. Не, ну зачем такую технику называть хуёрвард? Кто поехал? Да вон Косик с хуёрвардом. Ну, а, допустим, есть уже такой мотик, Хуцкварна. Ну, тоже, знаешь, непонятно, от чего пошло. Хуцкварна. Хуцкварна — это газонокосилки и бензин. Это мотоциклы есть такие кроссовые. Хуцкварна не слышал. Ну что, все, отснял?